Здравствуйте, в эфире выпуск, в студии Вера Ионкина, и главное к этому часу. Кандидаты в депутаты на выборах разных уровней зачастую подкупают избирателей, и те отдают свои голоса в его пользу. Это пагубная практика, которую необходимо искоренять. Такое мнение высказал Владимир Жириновский на встрече с жителями Северного округа Москвы. Лидер ЛДПР считает, что депутат обязан улучшать жизнь населения после избрания. Если он не устраивает, его ждут перевыборы. Нужно автобусы запустить. У вас мало автобусов. Да? Он придет в автобусный парк. Ты кто такой вообще? Что решаешь? Вопрос решает департамент транспорта. А ты сумасшедший, наверное? Нет. Вызвал все. А как он может без полномочий? Она не понимает. Вот сейчас пусть сделает, а потом проголосует. Нет такого, никогда не было и не будет. Нам не сделает. Человек может сказать, что делать? Голосуйте за нее, за нее. Да. Ну, она у нас здесь, правильно? Да. И зачем он заслужил человек, чтобы за нее голосовать? Нет. Может, он завтра вообще забудет? Каждые 5 лет перевыборы. И те, кто вас обманул, плохо работали, гоните их поганой метлой. Для этого и перевыборы. Плохо работают депутаты, выгоняйте. Хорошо, снова голосуйте. Вот только такой вариант во всем мире. А до избрания, до полномочий, вот я могу что-то сделать вместо начальника управы? Ничего. У меня ранг вице-премьера российского правительства. Но начальник управы, у него есть полномочия. Я не могу вместо него что-то делать. Сперва нужно его уволить. Потом я поставлю другого. Он другой будет делать. А пока этот начальник управы, поменять ничего нельзя. Поэтому такую наивность не надо. Вот сделайте. Что, деревья поставитесь у вас? Давайте 100 деревьев. Привезет, начнет копать. Здесь сделано. А где? Чем человек доказал, чтобы хорошую сделал? Чтобы доказал политической партии. Вы выдвигают политические партии. Лидер партии приехал вам и рекомендует. Все. Вот это и является партийный кандидат. Вы лучше спросите у самовыдвиженцев. Как за них голосовать? Они же не приезжают. И не приедут. В воскресенье в России пройдет единый день голосования. Предвыборная кампания этого года войдет в историю накалом страстей. Столько митингов возмущенной оппозиции не было никогда. Очередная несогласованная властями акция прошла в столице в минувшие выходные. На этот раз все было цивилизовано и малочисленно. И обошлось без задержаний. Лидер ЛДПР заявил, что выборы 8 сентября наверняка пройдут без фальсификаций, поскольку к ним будет приковано пристальное внимание. Способ изменить власть только два. Вооруженное восстание у нас было, толку мало. Друг друга перестреляли и все по-старому. Или выборы. На выборах часто искажают результаты, фальсифицируют, но движение есть какое-то. Сегодня они уже боятся фальсифицировать. Когда в Москве было обострение обстановки, 93-й год, они испугались фальсифицировать. И ЛДПР победила 12 декабря 93-го года. Потом они обнаглели, стали снова искажать все результаты выборов. Поэтому вот нужно от вас зависеть, чтобы вы проявили свою сознательность и помогли. Я понимаю, у вас скопилась злость, и вы с удовольствием ее на меня изливаете. Но я не Ельцин, не Путин, не Медведев, не Собянин, не министр, не губернатор. Вы должны это понимать, что вся власть и деньги в руках исполнительной власти. Мы не являемся представителями исполнительной власти. Вы же уже грамотные люди. Чтобы там шума не было, воздух, строили, не строили, образование, пенсии, это они делают. Министры, мэр, губернаторы, президент. Минувшее воскресенье в столице состоялся 17-й Московский фестиваль прессы. Заключительный день лета ознаменовался стартом нового сезона в медиаиндустрии. Для гостей были созданы специализированные кластеры, где их ждали представители известных СМИ, которым люди могли задать любые вопросы. Одним из первых фестиваль посетил лидер ЛДПР. Фестиваль прессы. Фестиваль цензуры, а не фестиваль прессы. Вот наши книги. И бесплатно даем, и здесь правда. Про царя, про коммунистов, про Ельцина и про сегодняшний режим. Это же единственный стенд. Все остальное профанация. Знаете, газеты издают за ваши деньги. Мы сами издаем за наши деньги. А им из бюджета дают деньги, чтобы они вас облапошивали. Как и радио государственное, и телевидение. Нам 30 лет. В этом году
Наше телевидение, смотрите, ЛДПР ТВ. Кто к интернету не подключился, поможем. Если там какие-то нужны ресурсы. Вот. На все темы. Прошу. Ваши дети будут самыми грамотными. И студенты, курсовые работы. И диссертации писать можно. Все есть у нас. Поэтому все берите. Все бесплатно. Вот. И это вот видео. Наш как бы 30 лет ЛДПР. За все 30 лет. В декабре будет 30-летие. Мы единственные, самая старшая партия по возрасту. То есть по всем вопросам. Вся внешняя политика, вся внутренняя политика. Лучше не будет. Если кто-то вам будет обещать, что давайте повысим жизненный уровень, ничего не повысим. Хуже будет. Хуже. Кризис, кризис мировой, так сказать, разворачивается. Америка может рухнуть. Китай. Поэтому сейчас никому не верьте, что вот давайте мы все, ничего не повысим. Обманывают. Мы не у власти. У нас нет большинства в Думе. У нас только 40 депутатов. Нет министра ни одного. Вот 3 губернатора. Так их душат каждый день. Назло. Как это от ЛДПР губернаторы? Везде проблема с медициной. Нет, только показывает Владимирскую область. Слава богу, пожаров там нет. А то бы тоже говорили, что вот горит Владимирская область. То есть к власти пробрались гнилые остатки КПСС. Владимир Жириновский высказал недовольство идеологией современных СМИ, которые ради так называемого хайпа часто публикуют фейковые новости, где преподносят жареные факты за истину. Чего только стоит гонение в телеэфире на губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, которого журналисты обвиняют в плохом состоянии здравоохранения в регионе. В низком уровне пенсионного обеспечения россиян виновато правительство. Об этом на встрече с жителями столичного района Отрадное говорил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР вспомнил историю и заявил, что России всегда не было дела до своего народа. Посмотрите, что с русскими делают на Украине. Расстреливают? 13 тысяч расстреляли. Донбасс, Луганск. 13 тысяч. Мы потеряли в Афганистане за 10 лет 13 тысяч. Так это была другая страна. А это же наша страна. Донбасс кто подарил украинцам? Сталин. Кто подарил им Харьков? Ленин. Кто подарил Крым? Хрущев. Кто подарил Львов после войны? Сталин. Украины нету. Это подарки верхушки КПСС. Они же не завоевывали. Это цари завоевывали. Они раздавали. Хрущев отдал порт Артур китайцам, порт Дальний китайцам. А Ленин отдал, Сталин, китайскую восточно-железную дорогу. А потом мы строим БАМ. То есть мы все время раздаем и огромные деньги тратим на огромные и большие стройки. А вам реально улучшить жизнь? Говорят, нету денег. И пенсии, мы знаем, что мизерные, вам не хватает. Они должны быть в 2 раза больше. Во многих регионах даже учителя получают где-то 7 тысяч, 8, 11, 15. Да позор, как он будет целый месяц учить детей. В Москве повысили, боятся бунт, уже до 100 тысяч учителя в школах получают. До 100 тысяч. Больше, чем преподаватели в вузах. Чтобы остановить ваших детей, чтобы они не пошли на проспект Сахарова, не бунтовали. Но учителя-то не те, которые должны быть. Они ничему хорошему научить не могут. А новых не готовят. Педагогические вузы или позакрывали, или вообще никто о них не говорит. Раньше звучало педагогический вуз, педагоги, школа, сейчас вообще ничего. Главное природное богатство Степного Алтая, знаменитые ленточные боры, оказались под угрозой полного уничтожения. И виной тому не опасные жуки-короеды или лесные пожары, а пресловутый человеческий фактор, а попросту незаконная вырубка. В конце августа в Барнауле прошел митинг против уничтожения ленточного бора в поселке Ересной. Любопытно, что в федеральной публичной кадастровой карте вырубаемый участок не отмечен как частная собственность.
Неоднократно обращались жители поселка Ересной на незаконные действия со стороны администрации и со стороны частных лиц по вырубке ленточного бора. У нас ленточный бор располагается в нагорной части города Барнаула, является уникальным сегодня в Сибири. Бор это легкие нашей земли, нашей планеты, которые вырабатывают кислород и также удерживают определенные природные катаклизмы. Это и ветра, это и микро- и макроклимат, ну и так далее. Когда жители обратились с тем, что там происходит, мы отреагировали сразу. Мы провели серию пикетов от ЛДПР, а также сделали запросы в государственные структуры. Мы сделали запросы в администрацию города Барнаула, чтобы они нам пояснили, на каком основании сегодня муниципальная земля перешла в частные руки. И там происходят вырубки. Плюс обратились в прокуратуру, Следственный комитет, чтобы проверить законность этих действий. А когда жители поселка подходят к данному участку, снимают и видя, у нас есть множество видео, есть множество фотографий, подтверждающих тем, что сегодня вырубают здоровые сосны, которые не являются сегодня ни валежником, не попадают под санитарную рубку. То есть мы считаем, что эти действия как бы незаконны и хотим разобраться в данной ситуации. А жителей, когда они подходят и снимают данные действия, их отгоняют и показывают документы якобы на разрешение валить сосны, что это валежник. И мелкий, уже молодой бор, они перемалывают с помощью трактора и подготавливают площадку для строительства чего-то. И вот здесь как бы возникает вопрос, что мы строим? Если мы строим какой-то оздоровительный комплекс, как это у нас происходит в нагорной части города Барнаула, они получают, то есть частники, землю без торгов и потом выстраивают сауны, бани, коттеджи, которые используют под оздоровительные якобы комплексы, и занимаются коммерческой деятельностью. Либо же это строительство будет жилого дома. То есть это две разные ситуации, и в них надо разбираться. И к этому моменту у меня все новости. Всего доброго, до свидания.